Всех приветствую, дорогие пушеры. Сегодня мы будем пушить 39 тысяч. Это путь к 50 тысячам. Это каточка на Рига. Это где-то 800 кубков. Вначале я неправильно пошел. Мне надо было чекать мид. Потому что Морс бы тогда нормально бы встал. А то он сидел в центре. И поэтому это было плохо. Вот мы сливаем первый раунд. Но дальше будет лучше пойдет. Потому что сейчас вот собрались, ребят. Вот, я стал уже в центре, все правильно. Здесь я сливаю почти кольта, что я хорошо задамажил. Здесь я помогаю кольту честера немножко покоцать, вот. Но здесь он хорошо сам справляется. Видишь, его убивает, меня немножко даже покоцали. Вот, я тоже кольта отгоняю. Немножко уже их поджимаем, уже 2-3 остались. Убиваем кольта. Есть, соответственно, пайпер, который я добиваю. Иду есть что с рандомами. Это вот. Каточка с рандомочками. То, что вот так здесь. Дальше мои действия. Я тоже опять кольт идет сюда. Я опять сжимаю. Здесь у нас слева кольт убивает честера. Красавчик вообще. Ну, здесь уже гипер, и я залетаю под гипером и убиваю. Хорошо, хорошая каточка получилась. И дальше здесь уже ластовая каточка на 39 тысяч. Сегодня две каточки покажу. Так, здесь я уже иду со своим тиммейтом Вити. 4x4. Вот, я на даге, он на грифе. Здесь хорошенечко уже динамайт закидывает. Бомбочку свою. Ну, я здесь пустые ворота, все, можно забить легкий гол. Вот. А дальше... Здесь мы что, мы хорошенечко передамажим, у нас пик хороший. Вот здесь я уже эльприма немножко закашу, хороший динамит был, вот динамайк. И здесь опять видичная каточка, все хорошо, можно выиграть. Бой окончен, звездный игрок на динамайк. Есть трик 6 у меня, нормально, нормально. Ну вот, кубки начисляются, все хорошо, 39 тысяч я апнул. Супер. Поздравляет меня. Вот, Витек, заходите в наш клуб. Также заходите в наш телеграм-канал, у нас сейчас идет конкурс на 5 брау-пассов и 1 брау-пасс плюс. Залетайте и участвуйте в конкурсе.